Сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Цунтинского района. Молодой человек подозревается в убийстве. Накануне в Махачкале, в доме по улице Буйнакского, в ходе скандала, подозреваемый кухонным ножом нанес множественные ранения 43-летнему местному жителю. Потерпевший скончался на месте. Задержанный в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело. Вчера вечером позвонил ему и просто сказал, давай увидимся, встретимся, поговорить хочу. Он сказал, вот туда приходи, я буду подождать. Где его дом? Я там подождал, он пришел, мы домой зашли, поговорили. Через некоторое время я вышел в кухню, я подошел к нему, сел, да. И он что-то рассказывает мне там. У меня только голова. У меня не было такого, что его убивают. Не знаю, какая голова замкнула и ударил ножом. И после этого растерялся, был в шоке от этого и ушел из дома. А вы куда ему нанесли удары? Живот, как я помню, и в бок, и еще сюда. Дальше ничего не помню. Я в шоке был тогда. Я не понял, что я делал. Оставил там все. Оттуда человек какой-то вышел. Кричал, помогите. Человек какой-то вышел. Я растерялся, убежал. Убегал, обувь тоже оставил там.